красиво. Доброе утро! Сегодня такое потрясающее утро. Меня зовут Яна, и вы на канале Мотло Тревел. Друзья, смотрите, какой длинный пирс. В общем, Яна осталась играть в бильярд. Это Аланя Яшайор. Хотя, смотрите, она вон какая здоровая. Вот здесь рядом с амфитеатром сразу теннисные корты. Два таких больших. Достаточно ухоженных. И вот тут рядом сразу следующим этапом детская площадка. И вот тоже какое-то здание. Ну, как будто, знаете, в таком старом турецком стиле. А, это staff only. То есть для этих, только для сотрудников. А, это туалет. Это, видимо, туалет для работников. Вот такая дорожка. Друзья, ну мы на пляже. Видимо, несколько пирсов, насколько я это понимаю. Ну, какая-то песчаная полоса. Не широкая совсем. Единственное, что длинная, длинная и узкая. Вот эти столбы, вот видите, они тут снизу. Видимо, когда море разливается, они, видимо, сюда это море доходит. Ну, песчаный песок. Вот я сейчас что подумала, нам же не дали браслеты. То есть мы без браслетов здесь, получается. То есть они не надевают браслеты. С другой стороны, тоже хорошо. Такое впечатление, как будто ты собачка. Привязан к чему-то. Вот видите, вот я не знаю, кто был летом. Скажите, вот эти столбы, они... Я так думаю, что, скорее всего, они не находятся в воде. Скорее всего, здесь лежаки уже. Это просто у нас сейчас море разлилось, но не знаю точно. Пляжик очень такой небольшой, узкий, узкая полоса, но длинная. Вот здесь, видите, сразу переодевалки, душ. И вот буквально рядом совсем бар. То есть бар прямо вот здесь совсем рядом. То есть очень маленькое расстояние. Вот видите, вот здесь я иду. Друзья, смотрите, какой длинный пирс. Я такого пирса не видела никогда. Это вот первый отель с таким длинным пирсом, который я вижу. Такой маленький пляж, узенький. Ну, людей же нужно где-то размещать. И пирс огромный. Ну, вот там вот, не знаю, один или два даже пирса, не знаю, относится, наверное, скорее всего, к этому же отелю. Получается, три пирса, как минимум. Вот те уже не знаю. Смотрите, мы нашли здесь посередине такую территорию закрытую. Здесь вот так вот бар. Ну, все вот, видимо, ремонт какой-то. Какими-то досточками. Все уложено. Вот здесь вот, смотрите, внутри там плашки такие деревянные. И вот у всех вот этих окон, они, видимо, потом, может быть, они их откроют. Это для отопления. Для отопления? Угу. А что здесь отапливать? Смотрите, какая травка. Яна уговаривает по ней пойти. В общем, туалет мы искали. Но он оказался очень грязным. И, видимо, в ремонте. И тот, который открыт, он просто нереально грязный. Удивительно. Первый раз такое вижу. Здесь, смотрите, такой бар. Такая территория очень приятная. Все сидят, здесь такое мягкое кресло. И вон там есть теннис и бильярд. Яна очень любит, Яна туда идет. Вернее, не я, а моя подружка. Здесь, смотрите, еще Irish Pub. И там будет какая-то еще музыка. Вечером я вам все покажу. Все, что будет, все покажу. Вот так выглядит в таком английском стиле. Ладно, вечером покажу. Сейчас не знаю. Давай, Ян, возьми эту ракеточку. Давай, вот так сделай.
Я вообще профессионал. Даже шахматы есть. В общем, Яна осталась играть в бильярд. Она очень любит это. А я это не люблю. И поэтому, ну и мне надо вам показать еще остатки территории. Вот снова проходим бассейн. 35 сантиметров он детский, вот этот маленький. И здесь 1,40 м бассейн. Вот мне интересно, вот это вот что. Похоже, знаете, на какое-то, ну, на мечеть похоже. Капы, Туркче. Ну, это тоже какой-то бар. Это тоже бар, смотрите. Но он здесь просто наглухо, конечно, закрыт. Смотрите, вот. Вон люди там, смотрите, ходят в халатах. Уже не поздно я выхватила. Вот территория вся. Вот, смотрите, план. Здесь мы заехали, чуть не упала. Здесь заехали. Вот это вот ресепшн. Наш корпус сейчас вот этот вот получается. Здесь вот. И вот здесь идем. Вот здесь проходим. Здесь ресторан. Вот эти вот такие, как шпили. Это ресторан. Здесь. Вот сейчас здесь вот я, вот этот бассейн, я вот тут сейчас нахожусь, вот еще здесь кусочек бассейна есть, и вот еще здесь корпуса, вот тут 5-й, 4-й, и вот сюда мы сейчас прошли, вот здесь горки, вот около ресторана, горки вот здесь, амфитеатр прошли, вот эти вот 4 корта, здесь вот, и вот здесь вот пляж. Вот это тоже наш пляж. Вот видите, здесь вот пляж. Здесь вот эта узкая территория, от которой я ходила. И вот здесь мы с тобой с вами остановились. Сейчас я туда пойду и еще вам покажу. Ну вот смотрите, это вот остатки бассейна. Вот этот Кремлин. Вот он очень похож, это отель по стилистике на Кремлин. Кремлин немножко постарше, этот как бы помоложе отель. Ну и он как-то поухоженнее немножко. Вот туда идем с вами туда. Здесь, видимо, какие-то магазины, скорее всего, судя по поставкам сувенир, вернее, этот самый серебряный. Вот это здесь расписание, что будет сегодня. Вот видите, написано Tonight, то есть перформанс. То есть будет дискотека. Сначала вот этот Live Music, 21:30 начинается. И в 23:30 дискотека. О-о-о! Сегодня зажгем. Я когда месяц вот не выезжаю никуда, мне кажется, мне там, я прям готова горы свернуть. Оф. Прям так хочется зарядить эмоции. Здесь, смотрите, прям такие вот как под старину. Но это, конечно, все новодел. Здесь еще вот такой амфитеатр, типа. Сцена. И вот туда идти к морю. Это вот какой-то бар, мы уже с вами определили. С той стороны шли, вот там детская площадка. Это тут все бары, бар на баре, я так понимаю. И баром погоняет. Вот дальше проходим, видим тут этот магазинчики, фотошоп. Магазинчики. Люксери, лакшери. Вот туда дорога на море. Вот. И здесь, смотрите, сбоку вот написано Бэкс. Шуз, Маркет, Хоум Текстиль, Сильвер, Серебро. Ну, в общем, вот это вот магазин. Магазины здесь вот так вот красиво выделены. И с этой стороны тоже магазины. Немножко в другом стиле уже, в современном. Вот тут все для детей, для плавания. И вот туда идем на море. Вот, кстати, туалеты здесь прямо сразу. И здесь же вот бар такой вот на пляже. Towel desk. А это для полотенец. Полотенца выдают. Как я уже сказала, браслетов не дают. Это для полотенец с 9 до 6. А здесь бар. Вот написано, видите, Deria Bar. Здесь начинаются уже лежаки. А с этой стороны, вот с другой стороны, снэк-бар. Я так понимаю, ну, на самом деле очень такая насыщенная территория, вот на мой взгляд. То есть очень много каких-то баров, каких-то кафешек, каких-то... В общем, мимо не пройдете по-любому. Везде напитки, что-то покушать наверняка будет. Люди отдыхают на лежаках. А я все даже еще не присела. Да, вот кто мне пишет, там, Яна, хорошего отдыха.
Вот с обеда не присела еще даже. Чтобы это вот все снять, потом все это же нужно кусочками смонтировать, вам все это показать. Поэтому показываем. Друзья, ну идеальное море. Идеальное. Здесь, наверное, песчаный, естественно, вход. И вот такой вот... Ой, смотрите, горы, горы. Я потрясающие, потрясающие. Я не видела. Смотрите, какие горы. Ой, какая красота. Какие белые шапки. Друзья, ну смотрите, здесь вот детская площадка. Ну, сейчас, конечно, все грязненько. Здесь пирс разобран. Лежит. Досточки такие хорошие. Вот. Вот совсем рядом прямо с морем. Пляж, я говорю, узенький. И вот он, смотрите, вот я сколько иду, иду. И он еще вот туда. Песок немножко отгребли. И здесь вот детская площадка. Вот здесь сразу бар. То есть это хорошо, чтобы все близко. Ну вот детская площадочка. И вот здесь вот сразу, смотрите, этот для волейбола, для пляжного. Песочек тоже хороший, чистенький. Все отгорожено, все ухожено. И там вот для футбола футбольное поле. И вот видите, вид на Кремлин Палас сразу. Здесь близко. Бег, шесть, алта, Тунжай. Тунжай бей, гитти бичан. Беш нумара, Бану анам, сизден де гитти. Он беш нумара, Бейза анамдан да гитти. Друзья, ну смотрите, апероль здесь не натуральный. Апероль. Ну, он есть, как бы, апероль написано, но он местного производства. Ben Türk'üm. Evet, ama ben Alanya yaşıyorum. Ben Alanya yaşıyorum. Ben Manavgatlıyım. 7 yıl artıyım. Здесь, смотрите, есть какой-то рядом с этим рестораном, с которым обычные стандарты. Есть еще вот ресторан, диван, ресторан. И здесь... Çalışıyorum? Çalışıyorum? Здесь этот самый, видимо, типа кофейни, что-то, там сладости, я вижу. Вот видите, здесь как типа перекус. Пироженки, печенюшки новые. Перекусить. Кто меня спрашивает, мороженое бесплатное, шоколадное, ванильное и клубничное. Здесь, смотрите, в таком вот стиле, как домик. Здесь так вот. Опять же, туалет. Что-то я сегодня много туалетов показываю. Тут, смотрите, какой-то еще бар. Написано Шейр. Или Сейр бар. Не знаю даже. Вот здесь как этот самый камин такой вот. Вот здесь тоже вход в ресторан. Когда вот здесь все открыто, конечно, вот здесь вот и здесь вход в ресторан. Как Валты вот. Завтрак. С 7 до 11, ужин с 6.30 до 21. Друзья, смотрите, натуральный мартини, натуральный, с оливкой, с лимончиком. Прелесть. Есть и бьянко, и красный, и какой угодно. В общем, первый раз вижу, что турецкие граждане, мужчина и женщина, напились просто, причем ребенок. Подросток с ними. Просто в хлам. Купались, видимо, в этом бассейне, в холодном. В общем, ужас какой-то. На самом деле не удивительно, потому что алкоголь здесь весь хороший, качественный. Поэтому люди, видимо, приезжают сюда, зная, что можно выпить. Вот это ягель, этот ликер. Друзья, ну давайте проведем наш стандартный конкурс, который уже становится... Ну, то есть, постоянно у меня на канале. То есть, сколько стоит отель, этот отель, то есть, Вандор Палас, Топ Копы, в сутки. Ну, давайте на нас двоих. То есть, один номер на двоих, как у нас вот было. То есть, с Яночкой мы заселились вместе. И напишите, сколько стоит на все включено, вот... Сейчас у нас даже в феврале месяце, в общем, отель этот на сутки. И
напишите, и я вам отправлю 500 рублей на карту, то есть тем, тому, кто первый будет ближе всего к, ну, то есть, к сумме. Жду ваши ответы. Здесь, смотрите, какой-то прям вход, и тут вот от глаза такая штучка нарисована. Друзья, ну вот видите, вот я говорю, что неудобно, вот когда ты выходишь сразу из комнаты зимой, вот летом может быть хорошо, хотя тоже может быть жара, а зимой ты выходишь из комнаты и попадаешь просто, ну, на улицу практически, естественно. И как вот в Кремль точно так же. То есть вот завтра, например, в бассейн нужно будет идти в халате и по улице. В общем, Яночка осталась отдыхать, я пойду, а я не могу, у меня прямо желание что-то увидеть, что-то посмотреть, что-то еще вам показать. Ну, в общем, вышла прогуляться. Дождя нет. Ну, здесь удобно, что вот идешь, и как бы все это, конечно, закрыто этим, как потолок есть. Ну, то есть проходишь, а здесь уже открытая территория. Но мы живем вот во втором корпусе, и вот бар, бассейны здесь близко. От моря немножко далековато. Смотрите, какое небо. Завтра точно будет дождь. Бассейн, интересно, вот так идет. Вот сюда, потом здесь такой маленький перешеек. И тут такая прям большая территория бассейном занята. Говорят, Стамбул какой-то, вообще сейчас ураган идет, там 120 метров ветер, что-то такое, прямо снег. В общем, ураган какой-то. Интересно. Ну, все-таки давайте с этой стороны зайдем в сторону горок. Вот видите, такие горки. Вот сюда, вот та вылетает белая большая. Вот есть вот такие горочки поменьше. То есть, ну, они такие более скоростные. Вот тут прямо, смотрите, вот горки вылетают прямо из, как бы, из камней. Ой, я бы испугалась бы, это точно. Ну, я даже так боюсь, не говоря о том, что прямо вот так вот из камней вылетать. Смотрите, из камней вон там. И вот тут есть как вот такой, как ванна, с нее выпадаешь вот так сюда, внутрь. Не знаю, работают они, нет, летом, но сейчас они, конечно, выглядят такими неработающими. Вот сюда выпадаешь, да как вот в Сегинусе тоже. Но я думаю, что это вот давно не работает, потому что вон там совсем прямо грязно. Вот написано здесь, что 2 метра. Но эта горка однозначно давно не работает. Она, видите, грязная. Если те, по крайней мере, что-то там слито, то здесь прям уже организмы какие-то выросли. Хотя, смотрите, она вон какая здоровая. Вот сюда, потом вот сюда, и вот сюда, и вот тут. А и вот, смотрите, вот эти горки, вот отсюда она идет. Вот эта желтая, которая такая. И вот там она вылетает. Я бы очень боялась. Я вообще не люблю замкнутые пространства. Вот там только вылетает. Ну, друзья, мне вот погулять есть где. То есть вот зимой, например, вы приехали и любите пройтись. Есть прям место хорошо погулять. Мне вот нравится, что открытая территория. То есть везде охрана. И везде там какая-то колючая проволока. То есть никто, посторонние собаки особенно, не пройдут. Поэтому можете вот гулять. И тут достаточно большая территория такая, ну, как бы средняя территория по вот моим понятиям. Территория средняя. Не могу сказать, что она прямо очень огромная, но погулять есть где. Пройтись, подышать свежим морским воздухом. Очень классно. И вот вы смотрите, видите вот такие вот здания. И впечатление, что прям как будто вы правда в Турции находитесь.
Вы на самом деле находитесь в Турции staff only. Очень много баров, всяких кафешек. Единственное, что мне вот странно, что вот такое здание, вот как в форме мечети, и там внутри бар. И там даже какие-то письмена на арабском. То есть я считаю, что должно быть как-то более так охраняемо все это, будем так говорить, ну, то есть с уважением. Ну, не знаю, может быть, это на самом деле ничего особенного для... Не знаю, в общем, не могу понять. Ну, как-то странно, что письмена, а там внутри бар. Как будто это мечеть какая-то. Турча Ачекламасы. Капы Юстюндеки Язынын Турча Ачекламасы. Бубинанын Оригинал. То есть это здание оригинальное вот какое-то. Я говорю, и бар там, вот мне как бы странно. Смотрите, поставили такие обогреватели на улицу. Тоже первый отель, где я это вижу. Друзья, мы пришли на ужин. Здесь какие-то пасты, закуски. Это все турецкое. Здесь крабовые палочки есть. Интересно. Поэтому какие-то макароны сухие, антураж. Все в турецком таком стиле. Грибочки. Смотрите, сыр. Будут какие-то тоже с сыром, не знаю, каким-то соусом сразу. Сыр, вот этот мой любимый. Видите, даже какими-то дырками есть сыр. Салатики, редиска в воде. Они вот редиску, мне кажется, не понимают. Мой вот, например, вообще редиску не ест. Видите, они ее в воде как-то замачивают. Интересно. А это вот, наверное, типа с тунцом салатик. Опять соусы. Вот туршу. Соусы. Гранатовый, уксус, лимонный, йогурт. Здесь макароны. На печках стоят, двигаются. Здесь соусы, специи. Даха, даха. Мираба. Шукур дарим. Тамам. Гюзель. Это вот что-то такое в японском стиле. Вот тут даже какие-то соусы в японском или в китайском стиле. Вкусно эти пиде. Ох. Чё, гюзель? Грибами, булочки, лепешки. Это что-то такое на гриле. Здесь тоже вот то, что с обеда было. Здесь ждут шашлычки, курица и вон там рыбка. В общем, я взяла вот эти там две рыбки такие вот на ужин. Это я, если честно, не знаю, что это такое. Там какой-то вот баклажан, какой-то рулетик, чек курицы. Какая-то вот рыбка такая вот, ну, интересная. Но она бывает иногда вкусная, а бывает нет. И две котлетки попробовать. Чисто для вас. В общем, сыр я взяла, рукколу, салат, огурцы, помидоры и крабовые палочки. И вот кукуруза здесь немножко. Давайте будем пробовать. Так вот, это рыбка, которая такая просто белая, тушеная. Ничего, но такая суховатая немножко. Котлетка. Ну, вкусные котлетки, вкусные. Такое впечатление, что как будто они в чем-то маринованные на гриле. Это рыба, которую я сомневалась, вкусно она или нет. Или вкусная? Пойду еще потом возьму. Курица. Ну вот,
на грине то, что они делают, вкусно. Очень. Вот этот сыр, он как голландский. То есть, интересно, я в Турции, честно говоря, не видела такого. Вот он прямо такой вот, как кислит. Ну, как вот голландский вкус. Прям вот точно такой. Интересно. Ну, вот вечером, видите, тут больше выбор сладостей. С кокосом. Тортики типа чизкейка. Ну, красный бархат. Вот мои любимые с этим, с орехом, бисквиты. Смотрите, видите, какая-то музыка играет. Пошел небольшой дождик, и как добираться вот из нашего корпуса до бара, просто представления не имею. А если будет ливень? Здесь вот идешь, видите, вот пустая территория, ну, сверху ничего нет, пустая крыша, а здесь уже вот есть. Вот, а там вот уже опять не будет. Так выглядит бар этот со стороны, видите? Сейчас иду снова музыку слушать. Смотрите, не знаю, видно или нет, от бассейна идет пар. Может, он теплый? Или он просто теплее, чем на улице температура?